село Верхкарагуш. Заимка Тимошенского Сергея Леонидовича называется «Медовый рай». Вот к нему дорога идет. Сейчас мы разворачиваемся. Вот. Вот так вот. Вот медовый рай. Вот здесь у него, видите, посажены липки. Один ряд. Вот там второй ряд липок. Вот там огород. Здесь, значит, ну, хозяйственные постройки. И вот пасека. Очень замечательный мед делают пчелки. Сергей Леонидович очень хорошо за ними ухаживает. И они хорошо ему отдают свой труд. Вот тут собачечки бегают. Поцаки мелкие, ребятишки. Вот. Вот это егошная заимка. Ну, здесь пока что. Ну, вот пасека. Здесь хозпостройка. Там шалашик. Вот, вот он сейчас пока там живет. И вот здесь вот начинается строительство. Вот здесь котлован вырыт. Сейчас пройдемте. Ну, мы сейчас вот начали стройку. Ну, этот брус. Потом здесь брус. Здесь брус. Здесь плаха. И здесь брус. И вот начало строительства. Сейчас мы пройдем отсюда немножко. Вот. Вот котлован будет. Хорошая избушка 7 на 10. Что нулевой этаж будет там не для пчелок. Зимовка. Амшаник. Первый и мансардный этаж. Очень хорошая, значит, место. Вот здесь пройдемте вот сюда. Вот идем, идем, идем. Здесь станочек стоит. Вот. Сегодня я на нем пилил. Вот это желтенькая у нас избушка пока, в которой мы сейчас живем. Вот дрова тут сложенные. Вот они. Ага. Вот дрова. Сергей Леонидович дровки складывает наколотые. А здесь такой ручеек говорун есть. Вот здесь по задумке тут вот она делает такую петлю. Здесь можно поставить маленькую плотинку и сделать прудик. И даже разводить рыбку. Ну, я думаю, что рыбка будет соответствующаяся. Форелька, я думаю. Вот такой говорун. Вот он разговаривает. Осень. Есть осень. Листочки падают. Вот он и уходит. И там загибается. Вот. Все очень культурно, очень замечательно. Вот. Тут у нас костерчик еще горит немножко. Вот поднялись. И вот он ручей делает вот отсюда. Ну там петля. И вот здесь вот петля. Смотрите. Какая замечательная петля. Вот там поставить плотину. Вот там. Вот там за большим деревом, за толстеньким. А вот здесь копнуть маленько, чтобы молоть нагуливалась. И все.
И вот это вот все будет пруд. Вот такие дела. Все, заканчиваю.